Здравствуйте, здравствуйте и добро пожаловать на канал Last of War Беларусь. С вами я, Last of War, а игра у нас все та же. Но мы начинаем новое прохождение, и действительно игра старая. Battlefield 1942, ему уже более 15 лет. Но тем не менее мы сыграем еще, и на этот раз за другую сторону, потому что хотя некоторые карты довольно похожи, но все-таки многие карты довольно отличаются с точки зрения начальных условий. Здесь у нас в Operation Battle Axe, конечно же, в принципе, все напоминает такое зеркальное отражение, но многие карты все-таки по-другому устроены, где половинки не повторяются. И кроме того, начальные условия не всегда одинаковые, так что вместо того, чтобы только записать несколько карт, да, отличающихся, я, пожалуй, сделаю полноценное прохождение. Тем более, что об этом просили меня целых два человека. Так что я, пожалуй, начну. Мы возьмем по традиции танчик, я возьму по традиции медика. И мы начнем, наверное, где-то действительно по знакомых условиях. Тем более, что танков у нас здесь немножко побольше. Посмотрим, как успешно мы сможем давить на этот раз британцев. Правда, непривычно. Для меня так точно. Надо не забыть, что красно-коричневые — это все-таки наши вроде как однополчане и друзья, да, а вот уже синенькие — это враги. И их мы будем всячески придавливать. Угу. Давайте попробуем что-нибудь захватить. Ну, не совсем, но почти. Ага. Было бы неплохо его вырубить. Так. Да, моего пулеметчика придавили. Так. И еще. И, конечно же, вокруг надо посматривать, тем более, что я-то, в общем-то, не совсем жив. Ну, пока что жив, но с такой прочностью танка это, конечно, долго не продлится. Зато мы можем отправить кого-нибудь полетать. Что тоже неплохо. И поскольку это альтернативное прохождение, это тоже я ванильки не придерживаюсь. Вы, конечно, видите, что и здесь у нас... Ух, да, здесь у нас и снаряды летают, но главное, здесь и разрешение побольше, и оно широкоэкранное. Очень даже. Так, нужно, конечно же, продвигаться. Мы технически обладаем преимуществом, но было бы неплохо его закрепить, чтобы если нас когда выбьют с точки, то мы сразу его не потеряли. Да, вот сейчас пулемет в меня может немножко пострелять. Но внутри он меня, может быть, даже не достанет. Я как минимум собью их флаг с этой точки. Вот насчет захвата не факт. Через стенку вполне может быть кто-нибудь из их войска. Так, да. Товарищ, конечно, смотрит немножко в другую сторону. Чуть поверх. Так. А, и верно. Что, не хватило? Сейчас хватит. Аккуратно, не бог весть, какая увлекательная карта. Особенно с такими вот силами. Но, тем не менее, я думаю, своей роли она служит хорошо, то есть ознакомительной такой базовой игры и принципов мы... Ага. И базовым принципом она вас вполне может научить. Да, игропроцесса. Здесь у нас есть и танки, и пехота, и даже какая-то авиация. Ну, кораблей нет, но это уж извините. Сложно сочетать все, особенно в условиях исторических сражений, тем более, что здесь у нас какая-то хронология все-таки должна прослеживаться, не так ли? Ну, из автомата медика я, наверное, особенно много чего не добьюсь. Но, тем не менее, ага, вот это меня интересует совсем хорошо. Давайте мы попробуем добежим туда. Конечно, набегу. Проклятие. Зато у нас есть второй танк. Давай, заканчивай свою гребаную анимацию. Так, хорошо. И сейчас этому тоже станет совсем хорошо. Или нет. В зависимости от точки зрения. Уже дымится гражданин.
Ну давай, давай, гори, гори ясно. Не хочешь гореть? Конечно, помогло бы процессу, если бы я стал попытать побольше и почаще. Я, конечно, замечаю этого товарища, который для меня не настолько смертелен, но все-таки довольно назойлив. Так, мы атаку отбили. У них 70 тикетов, это не очень много. Теперь, в принципе, на такой стандартной более-менее сложности у нас на этой карте никакой угрозы нашему положению нет. Так что мы можем просто более-менее развлекаться. И, например, отправить к чертям вот этот броневичок, ну или транспорт, вернее сказать. Хотя, конечно, какая-то броня, наверное, у него есть, но танковая она не чита. В том числе и по вооружению. А ты вообще зря тут шарашлепаешься вокруг чужой техники. Я ее хочу подбить, так что это уж, извините, сам виноват. Ваши снаряды мне более-менее по одному месту и по барабану в том числе, поскольку они летят не быстро и можно довольно легко заметить, особенно если смотришь в ту же сторону. Мне еще остается немножко боезапаса, на самом деле не так уж немножко, так что я бы мог выдвинуться. Хорошая была идея, иначе бы не по касательной меня авиабомба задела, да, а прямой наводкой, авиабомба может нас отправить просто с одного таки выстрела к братцам. И это значит респаун, это значит потерянное время, потерянный танк. А в это время могут пробиться британцы к нашей точке. Что было бы незамечательно, не правда ли? Так. Че еще? Можно и еще. Так, я хотел бы подбить самолетец. Но, по-моему, я уже опоздал. Пока этот башню крутил, он улетел. Но, возможно, обещал вернуться. Вот он точно не вернется. Очень настойчив у нас другой гражданин, который, конечно же, спавнится, но это произойдет не сегодня, потому что мы одержали полную победу, абсолютно тотальную. Я даже ни разу не умер, но это, конечно, не очень удивительно. В принципе, сложность у нас действительно небольшая, ну как, по интеллекту она стандартная более или менее, но она меньше по соотношению, то есть соотношение у нас 50 на 50, мне это кажется более честным. И за смерть игрока у нас вычитают не 5 или 3 тикетов, например, а только один, то есть как у ботов. Мне такие настройки лично больше нравятся, но ваше мнение по поводу настроек, по поводу этой карты, по поводу этого прохождения вы можете высказать в комментариях под этим видео. Конечно же, если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Вы можете поделиться этим видео в соцсетях. Это всегда очень помогает. С вами был я, Last of Wary, с канала Last of Wary Беларусь. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.